Причина остановки – новогодние поздравления. В преддверии самого волшебного праздника в году ивановские госавтоинспекторы традиционно поздравили законопослушных автолюбителей. Мы хотим поздравить водителей с наступающим Новым годом, но и также напомнить им о безопасном поведении на дороге, напомнить правила дорожного движения. И самое главное, на что мы делаем акцент, это на то, что когда водители у нас употребят алкоголь дома, то не садились за руль. И, конечно же, воздержались от управления транспортным средством достаточно долгое время после употребления алкоголя. На этот раз инспектор – помощник Деда Мороза и Снегурочки. Он выбирает автомобиль в потоке, останавливает, но за этим следует не серьезный разговор о нарушении ПДД, а поздравление и предложение прочесть новогодний стих. Всю родилась елочка, всю она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Для водителей такое внимание со стороны дорожных полицейских неожиданно и приятно. Вообще, когда сотрудник ГИБДД тебя тормозит, как бы это всегда стресс небольшой, понимаете? А тут, когда тормозят, да еще этот стресс снимают отличным подарком, это крайне приятно. И так бы каждый день, праздник и у нас Новый год, к сожалению, один раз в году. Меня останавливают крайне редко, это вот, наверное, за 5 лет это первый раз. Ну, конечно, когда подарки дарят, приятно. Только вот стих-то сразу тяжело вспомнить, но это стих из детства, наверное, из 4-5 класса. Взрослым тоже полезно вспомнить детство, особенно в канун Нового года. В этом инспекторы не сомневаются. А еще нужно не забывать соблюдать правила движения, чтобы каждая встреча с дорожным полицейским была в радость. Наталья Гутаевна, Денис Денисов, РТВ Иваново.